День народного единства завершился торжественным приемом. В зале спортивно-развлекательного комплекса МТЛ-Арена собрались заслуженные общественные деятели, члены регионального правительства, главы муниципальных образований, депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители деловых кругов, ведущих средств массовой информации, области, а также научного сообщества. В праздничной обстановке продолжали говорить о делах. Во вступительной речи глава региона напомнил о непростой внешнеполитической обстановке, о глобальных переменах, которые происходят в мире, и о необходимости сохранить страну. Хочу еще раз процитировать слова президента, поскольку в этих словах, на мой взгляд, наиболее полно отражена суть проводимого главой государства внешнеполитического и экономического курса. Наши приоритеты, подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин, дальнейшее совершенствование институтов демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учетом всех позитивных современных тенденций, как внутри страны, так и в мире, и консолидации общества на основе традиционных ценностей и патриотизма. Во время торжественного приема губернатор вручил государственные и региональные награды. Юлия Денисова и Ильгиз Колючев были удостоены звания «Народный артист Самарской области». Отмечу, оно учреждено впервые. За вклад в развитие региона Константин Титов, экс-губернатор Самарской области, экс-сенатор, был награжден почетным знаком за заслуги перед Самарской областью. Подробный репортаж о праздновании Дня народного единства смотрите в вечерних выпусках.